Добрый день всем! Сегодня я хочу рассказать о такой замечательной книжке, как «Шахматный букварь». Случайно нашла ее в библиотеке, и очень она мне понравилась. Именно для детей книжка была написана в 1974 году на чешском языке и переведена в 1983. Это книжка, которая, наверное, заставит полюбить шахматы не только детей, а и взрослых. Вот все понятно написано, красиво. Вот такие большие доски по современному инфографика, где все понятно, как ходит та или иная фигура, стихи, иллюстрации. В общем, как я говорю, случайно взяли мы, и я буквально влюбилась в эту книжку, потому что до этого у нас был опыт, я купила детские книжки, вот какая инфографика. Но они вообще не соответствуют моим ожиданиям, мне и взрослому, как взрослый сложно понять. В общем, всем рекомендую, ходите в библиотеки или в букинистах. До свидания.